Дальше мы будем вязать ноздри. Набрасываем на пальцы кольцо амигуруми. Фиксируем колечко воздушной петелькой. Внутрь кольца провязываем 8 столбиков без накида. Стягиваем колечко так, чтобы не оставалось отверстия. Завершаем ряд соединительной петелькой в первый столбик ряда. Вот что у нас получилось. Теперь берем наш клюв. Смотрите, я ввожу крючок вот так, с обратной стороны, с изнанки наружу. Получается, что я буду сейчас идти в обратном направлении. От края клюва отсчитываю 4 петли. 1, 2, 3, 4. В четвертую петлю от края клюва вправо я ввожу крючок. И провязываю 4 объединяющих столбика. Первый. Дальше следующая петля на ноздре. Следующая петля на клюве. Второй объединяющий столбик. Следующая петля на ноздре, следующая петля на клюве, третий объединяющий столбик, четвертая петля на ноздре, четвертая петля на клюве, четвертый объединяющий столбик, воздушная петля, вытягиваю ниточку, обрезаю ее. Вот что у нас получилось. Вяжем вторую ноздрю. Теперь разворачиваем вязание, вводим крючок с изнаночной стороны на лицо, берем клюв, вводим крючок теперь уже с левой стороны от центра клюва и провязываем 4 объединяющих столбика без накида. 1, вторая петля на ноздре, вторая петля по клюву, 2, третья петля на ноздре, третья петля по клюву, 3, и четвертая петля на ноздре, четвертая петля по клюву, 4, воздушная петля, вытягиваю ниточку и обрезаю ее. Вот что у меня получилось на текущий момент. Теперь нам нужно связать околоклювье. Находим центр нижней части клюва. Начиная с левой стороны, отсчитываем 1, 2, 3, 4, 5, 6. Так, это 7. В восьмую петельку слева, только за переднюю стенку петли, следующую петельку провязываем соединительный столбик и делаем 6 столбиков без накида только за переднюю стенку петли по нижней части клюва. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Эта петелька провязана. В следующую петельку провязываем только за переднюю стенку петли столбик без накида по верхней части клюва. Дальше набираем 6 воздушных петелек. 1, 2, 3, 4, 5, 6. По цепочке из воздушных петель провязываем 5 столбиков без накида. 1, 2, 3, 4, 5. Теперь, как вы помните, с этой стороны у нас было 11 столбиков. 4 из них у нас ушли на соединение с ноздрёй, значит 11 минус 4, у нас здесь 7 столбиков без накида. Провязываем их, не забывайте, только за переднюю кромку петли. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. У нас ноздри состояли из 8 столбиков по кругу. 4 мы ввязали, и теперь по 4 наружным стенкам петли провязываем 4 столбика без накида. Так, ввязано 1, 2, 3, 4. Очень внимательно, чтобы было все красиво. Только за переднюю стеночку.
Теперь один столбик без накида вот сюда, в верхнюю часть клюва, в центральную часть клюва. Тут у меня вшито довольно плотно, еле вытягивается ниточка. Так, еще разок. Так, теперь 4 столбика без накида по передним стенкам второй ноздри. 1, 2, 3, 4. Так, эти петельки провязаны. 7 столбиков без накида по передним стенкам второй части. 6, 7. Дальше 6 воздушных петелек. 5 столбиков без накида по цепочке. Столбик без накида по верхней части клюва. Тут у меня какой-то сбой прошел. Вот я здесь подхвачу уже имеющуюся петельку. Так. И 6 столбиков без накида по нижней части клюва. Смотрим. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Вот сюда я должна делать прокол. 1, 2, 3, 4, 5. Все это за переднюю стенку петель. Вот что у нас сейчас получилось. Второй и третий ряд провязываем по 58 столбиков без накида по кругу. Провязан третий ряд околоклювья. Сейчас это все выглядит вот так. Теперь нам нужно сделать объединяющие столбики без накида. 58 столбиков по кругу. Для этого подхватываем обе кромки петли по ходу вязания. И вот здесь, там где мы в первом ряду провязывали только за переднюю кромку петли, у нас должна была остаться свободная стенка петли. За нее также заводим крючок. И через все три кромочки протягиваем петельку и провязываем объединяющий столбик без накида. И так попарно, объединяя все петельки, обвязываем околоклювье по кругу. Здесь будьте внимательны. Сейчас я дойду до интересного места. Смотрите, мы пришли вот тут к щечке. Так как мы щечку вязали по цепочке из воздушных петель, здесь нет свободной стенки петли, но нам нужно ее подхватить, серединку петелек. Смотрите, я ввожу крючок, как положено, за обе стенки петли. И теперь в щечке вот у нас центральная линия, воздушные петли. Здесь я должна подхватывать петельку и за нее притягивать краешек околоклювья. Вторая петля. И следующая перемычка. Между воздушными петельками третья петля. Так, еще одна перемычка вот между воздушными петлями. У нас 6 воздушных петель и должно быть 5 перемычек. Главное подхватывать именно их, а не столбики. Внимательно смотрите, чтобы вы хватали именно по центру.
следующая петелька. Смотрите, тут я хватаю два раза одну и ту же перемычку. Ой. Поскольку я иду на закругление улыбочки, еще разок сюда же. Следующие две кромки петель. Теперь следующая перемычка между воздушными петельками. Последняя перемычка между воздушными петлями. И дальше будет опять легче. Вот, посмотрите, что у нас получилось по щечке. Мы подхватывали вот перемычку. Везде, где мы подхватывали, видите, мы как бы прострочили между воздушными петельками. Видно наши переходики. Так, и теперь вводим крючок в следующую кромку петли. И вот у нас уже пошли свободные стеночки. Дальше будет значительно легче. Продолжаем совмещать столбики и перемычки. Количество столбиков по кругу у нас останется неизменным. Те же самые 58 столбиков. Так, и по второй щечке мы точно так же продолжаем цеплять между воздушными петельками перемычку. Делаю воздушную петельку, вытягиваю ее и обрезаю ниточку. Так, поправляю ноздри, наше околоклювье. И вот так у нас получилось, выглядит клюв. Дальше мы вяжем хвост. Берем пряжу на капорис и крючок 1,75 мм. Набираем 13 воздушных петелек. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13. Пропускаем первую петлю от крючка. И по воздушным петлям набираем 12 столбиков без накида. Дальше набираем 15 воздушных петелек. Пропускаем первую петлю от крючка и, начиная со второй, провязываем 14 столбиков без накида по цепочке из воздушных петель. Снова набираем 13 воздушных петелек. Пропускаем первую петлю от крючка и по цепочке провязываем 12 столбиков без накида. Дальше нам понадобится проволока для рукоделия. Я беру обычную медную проволоку. Чтобы не царапаться, я вот так загибаю кончик. Поднимаемся на второй ряд воздушной петелькой, поворачиваем вязание. Берем проволоку и прокладываем вдоль всего вязания. По первому перышку провязываем 11 столбиков без накида. В вершинку или в 12-ю петельку мы провязываем 3 столбика без накида сразу. 1, 2, 3. Смотрите, я поворачиваю проволоку и прокладываю вдоль второй стороны вязания.
По второй стороне цепочки провязываем снова 11 столбиков без накида. При хорошей плотности вязания пушистой пряжи, обратите внимание, никакого каркаса из проволоки не видно. У меня перышко полностью закрыто. Так, поворачиваем каркас, смотрим наше следующее центральное перышко. По центральному перышку провязываем 13 столбиков без накида и 3 столбика без накида в вершину. Поворачиваем проволочку и по второй стороне центрального перышка также провязываем 13 столбиков без накида. Снова поворачиваем нашу проволочку и по последнему третьему перышку набираем 11 столбиков без накида, 3 столбика без накида в вершинку и 11 столбиков без накида. Обрезаем кусочек проволочки, оставив небольшой кончик. И нам нужно с вами набрать 3 столбика без накида по центру каждого из перышек. Вот у меня первый прокол крючком, 1 столбик без накида, второй прокол крючком, 2 столбик без накида, 3 прокол крючком, 3 столбик без накида. Второй ряд мы провязываем только по кромкам петель. Я поворачиваю вязание. И сейчас я буду вязать только за переднюю кромку петель. 1, 2, 3. Проволочку заправляю внутрь. У меня остались свободные кромки петель. Очень плохо видно на такой пушистой и темной пряже. Я теперь подхватываю свободную кромку петли и продолжаю вязать. 4, 5, 6. Итак, во втором ряду тела у меня 6 столбиков без накида по кругу. Дальше мы переходим на круговое вязание. Третий ряд представляет собой 6 прибавок подряд. Теперь у нас 12 столбиков по кругу. Я ставлю маркировочную ниточку. Четвертый ряд провязываем по схеме столбик без накида, прибавка. Повторяем эту комбинацию 6 раз, и у нас по кругу получится 18 столбиков. Пятый ряд провязываем по схеме 2 столбика без накида, прибавка. Повторяем эту комбинацию 6 раз, и в конце ряда получаем 24 столбика по кругу. Шестой ряд провязываем по схеме 3 столбика без накида, прибавка. Повторяем эту комбинацию 6 раз и в конце ряда получаем 30 столбиков по кругу. Седьмой ряд провязываем по схеме 4 столбика без накида, прибавка. Повторяем эту комбинацию 6 раз и в конце ряда получаем 36 столбиков по кругу. Вот что у нас получилось на текущий момент. Восьмой ряд будет у нас рядом, где мы будем ввязывать ножки. Смотрите, вот с этой стороны у нас будет животик. Провязываем столбик без накида,
Дальше берем лапку. У нас есть один короткий пальчик и три длинных. Короткий пальчик мы направляем от себя назад. И смотрим на три длинных пальчика. Прикладываем ножку и вводим в крючок. Смотрите, мы ее здесь сплюскиваем. Вот у нас от нас дальше короткий пальчик и три длинных пальчика смотрят на нас. Сплюскиваем вот так ножку, находим 4 петли. 1, 2, 3, 4. Вводим вот здесь в крайнюю справа петлю, изнутри наружу крючок. И вводим крючок в следующую петлю по ходу вязания. Вот у нас петелька провязана первая, в следующую вводим крючок. Провязываем первый объединяющий столбик без накида. Вторая петля по ножке, вторая петля по телу. Второй объединяющий столбик без накида. Третья петля по ножке. Третья петля по телу. Четвертая петля по ножке. Четвертая петля по телу. Объединяющий столбик. Мы провязали 4 объединяющих столбика без накида. Пока убираем вот так. Дальше по телу смотрим, эту петельку мы провязали. Делаем 2 прибавки подряд на животике. Берем вторую ножку. Точно так же смотрим. Коротенький пальчик направляем от себя вдаль. Вот так. Сплющиваем ножку сверху. Находим 4 петли сзади. 1, 2, 3, 4. Вводим крючок в первую петлю справа. И следующую петлю по ходу вязания. И точно так же. Первый объединяющий столбик, петля по лапке, петля по телу. Второй объединяющий столбик, петля по лапке, петля по телу. Третий и петля по лапке, петля по телу. Четвертый объединяющий столбик без накида. Так, убираем так наш каркасик. Этот каркас хвоста тоже чуть-чуть отгибаем, чтобы он нам не мешал. Дальше нам нужно провязать еще один столбик без накида и 4 раза повторить комбинацию. 5 столбиков без накида, прибавка. 1, 2, 3, 4, 5. Прибавка номер 1. И прибавка номер 4. Если вы все сделали правильно, то следующая петелька, отмеченная маркером, будет первой петлей следующего ряда. Теперь нам нужно остановиться и немножко разобраться с каркасом. Я вытягиваю петельку, чтобы у меня ничего не распустилось. Смотрите, у нас появилось расстояние между ножек. Мы это расстояние оставляем свободно. Вот я двумя пальцами фиксирую это расстояние. А выше скручиваю проволочки так, чтобы они не болтались, чтобы они мне не мешали. Так. И лишние проволочки можно отрезать. Я чуть выше отрезаю, чтобы они повыше заходили в тело. И вот здесь, чтобы мы не укололись, я отгибаю их петелькой, сплющиваю и изолирую тканевым лейкопластырем. Девятый ряд провязываем по схеме. Столбик без накида по телу. Дальше 4 столбика без накида по ноге.
4 столбика без накида по пузику, 4 столбика без накида по ноге, останется до конца ряда провязать 29 столбиков без накида по телу. Смотрим, эта петелька подхвачена. Восемь, 29. Следующая петелька отмечена маркером и является первой петлей следующего ряда. Я все провязала правильно. Ура! У нас по кругу по-прежнему 42 столбика. Десятый ряд провязываем по схеме. 6 столбиков без накида, прибавка. Повторяем эту комбинацию 6 раз. И в конце ряда получаем 48 столбиков по кругу. С 11 по 14 ряд провязываем без прибавок и убавок по 48 столбиков по кругу. 15 ряд провязываем по схеме. Убавка 3 столбика без накида. Повторяем 4 раза. И до конца ряда нам еще осталось довязать 28 столбиков без накида. Всего по кругу получится 44 столбика. Я пришла к маркировочной нити, значит, все провязано правильно. 16 ряд провязываем по схеме. 9 столбиков без накида, убавка. Повторяем эту комбинацию 4 раза и по кругу получаем 40 столбиков. В 17 ряд провязываем без прибавок и убавок 40 столбиков по кругу. 18 ряд провязываем по схеме. 8 столбиков без накида, убавка. Повторяем эту комбинацию 4 раза и по кругу у нас получается 36 столбиков. Так, теперь нам нужно немножечко посчитать. Я складываю вот так тело пополам и смотрю, мне надо провязать 5 столбиков без накида, 2 убавки подряд. Но мне нужно, чтобы 2 убавки пришлись на центр пузика. Смотрим. Вот убавка 1 в одну сторону, убавка 2, 1, 2, 3, 4, 5. У меня все четко. Мне не надо ничего допровязывать. То есть, если у вас по необходимости вам нужно будет провязать или петельку смещения, или распустить одну петельку. Ну, точнее, убавку провязать чуть раньше. Потому что, вот смотрите, у меня убавка 1, 2, 3, 4, 5. Все четко. Так. Смотрим. 19 ряд провязываем по схеме. 5 столбиков без накида. 2 убавки подряд. Столбиков без накида, 2 прибавки подряд, и 10 столбиков без накида до конца ряда. По кругу у нас по-прежнему 36 столбиков. 20 ряд провязываем по схеме. 4 столбика без накида, 2 убавки подряд. Столбиков без накида, 2 прибавки подряд и 11 столбиков без накида до конца ряда. Двадцать первый ряд провязываем по схеме. 3 столбика без накида, 2 убавки подряд, 15 столбиков без накида, 2 прибавки подряд и 12 столбиков без накида. Двадцать второй ряд провязываем по схеме. 2 столбика без накида, 2 убавки подряд. 15
13 столбиков без накида, 2 прибавки подряд и еще 13 столбиков без накида до конца ряда. У нас по кругу все так же, по-прежнему 36 столбиков без накида. 23 ряд провязываем по схеме. Столбик без накида. 2 убавки подряд. Столбик без накида, прибавка. Дальше 5 раз повторяем комбинацию. 4 столбика без накида, прибавка. И еще до конца ряда нам осталось довязать 4 столбика без накида. Всего по кругу у нас получилось 40 столбиков. 24 ряд мы провязываем неполный. Делаем 2 убавки подряд. И вяжем 25 столбиков без накида. У нас по кругу останется 38 столбиков. Проверьте, пожалуйста, чтобы у вас до конца ряда все было четко. 11 столбиков должно остаться. Считаем 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11. У меня все четко, я ошибок не совершила.